Сегодня Соник будет защищать оружие от нас, а мы должны каким-то образом его забрать. Патроны не бесконечные, поэтому очень сложно нам будет сегодня Соника замочить. Первый раунд у Соника 1500 хп. Пацаны, вы готовы? Да. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Кисмио, Гобуга, Курикс, Гусанёк, Китучка, Госдума, Заварный кофе. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Три, два, один. Раунд начался. Наша цель сейчас каким-то образом обмануть Соника и забрать оружие. Только Соник немножко забыл, что есть еще один вход на мосту там вверху. Сейчас пацаны прибегут и заберут оружие. Правильно, пацаны, бегите. Оружие уже забрали, молодцы, я тоже забираю. А где же оружие? Есть. Соник! Нет! Блин, да я специально, да ё-моё, он всем бошки рвёт, смотрите, что он делает. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Есть. Пацаны, а что, Соник уже убежал? Да. Он в лабиринте. Эй, лабиринтовый Соник, иди сюда, не ссы. Не бойся. Чем больше раз я беру оружие, тем больше у меня патронов. Это сколько у меня уже? 600 патронов. Вот он бежит! Щенок! Спасите его! Отлично, я выношу хорошо жизни! Нет! Он за карту улетел! Вот он появился! А как-то мы его быстро выносим, пацаны! А! Он прыжк! Он двоих может прыжком замочить, если у нас больше стояло! А! Да что ж ты будешь делать? Ты неадекватный, что ли? Успокойся! Молодец! Ребята, ну первый раунд прошел очень быстро. Ну это означает, что мы просто профессиональные игроки. Раунд номер два начался. У Соника 3000 хп. Погнали! Так, нет, я перепутал портал. Там вон, смотрите, сколько туловищ валяется. Соник! Смотри, это я тебя сейчас буду обманывать. Ладно, не получилось, а? Блин, живи! Красиво ты скатился. Есть! Я оружие! Блин, да как ты это сделал? Пацаны, берите оружие, скорей! Молодцы, успели! Ух ты, блин! Он как обычно падает, куда-то летит в небытие. Так, на бортик запрыгиваем, будем с бортика фигачить. Да блин. Эх ты, есть. Ого, он прыжком может выносить. У него же 2000 с чем-то там, то есть косарь что-то вынесли. Бежим! Бежим! Прыгай! По прологам! Ох, он как уклоняется, да? Где он? Да, невидимый. Этот жук сейчас нас красиво хочет обмануть, но у него не получится. Мы лучшие игроки! Он тут. Фонарик включите, мы будем тень видеть. Ага, вижу. Эх, блин, я упал. Ой, я буду с-под низу мочить. Потому что пули тоже через решетку пролетают. Ого. Ой, думаешь. Соника, что ты мне сделаешь? Я внизу тебя фигачу. Блин, сейчас патроны кончатся. Лабиринт. Он за нами открыл охоту. Будьте осторожны. Да, это он, конечно, пёс. Надо в портал зайти. И давайте зайдем в этот портал. Нет. Один Соник. Ах, блин, он меня выждал, пацаны. Он по порталам перемещается, он находится в таком месте, где не сможем его задамажить. Вон он. Где? Где розовый лабиринт? Ой, лабиринт. Молодец, я знал, что ты хорошо цвета различаешь. Ты прям как и я, очень умный. Вентиляции. Какой вентиляции? Где здесь вентиляция есть? Нет, он где-то в невидимости ушел. А я думаю, что он где-то здесь. А я сейчас проверю. Блин, очень страшная часть карты. Вот он. Он уже пришел? Молодцы, пацаны. А чего такие хорошие игроки? У Соника 5000 хп, я поставил больше оружия, мы загородили одну вышку, теперь у нас есть только один вход для того, чтобы взять это оружие. Раунд номер 3 начался. Вот он. Ссыте, да, пацаны? Я тоже. Да. Так, смотрите, как он стоит. Ах, какой хитрый. Кто не сыт? Курикс, жертвуй. Эх ты, блин! Курикс! Есть, один прорвался! Но это ни о чем мне еще не означает, потому что один игрок. О, давай, дамажь его! Только не нас! Да псих, ты не нас! Ох, ты ему сейчас посрача дашь! Бум! Есть! Молодец! Ты жизнь! 300 хп отнял! Ха-ха-ха, блин! Проходите, я бегу! Нет, я. Эх ты!
Сейчас, подожди, тут туловище скатится. Блин, это так смешно получается. Есть, я успел. Давай. Эй, блин. Ах ты. Головешку мне оторвал, пацаны, блин, давайте, я вас верю. Мы должны его выиграть. 5000 хп, конечно, сложновато будет, но мы профессиональные игроки. Ох, он улетел в небытие. Так, я оружие беру срочно. О, все оружие мое. Так, пацаны, только базуками осторожно стреляйте. Так, я беру УЗИшки, это моя любимая оружка. А! У него 500 жизней всего, вы че так быстро? А что мне написано, что его туалетом замочило? Его труп убил. Блин, это было эпично. Четвертый раунд. У Соника 10 тысяч жизней. Я немножечко убрал оружие, чтобы не так легко нам было. Давайте, пацаны, раунд начался. Он стоит. Конечно, он стоит. Странно было, если бы он лежал. Смотрите, как он сделал тактику. Он теперь хочет ближе стоять. Так это все равно ничего не меняет. А, все, один проскочил. Молодец, бегите, пацаны, молодцы. А ты... он всё оружие украл. Ах ты, блин! Ах! Есть! Оружие позабирали. Но оружие не очень мощно, нам будет сейчас очень сложно. Вот это там мочилово идет. Так, пацаны. Осторожно. Мы увы выкинули. Хорошо. А теперь мы начинаем охоту открывать на него. Так, пацаны, включайте фонарики, чтобы мы видели его тень. Он приближается. Я вниз. Вот это он там разошелся. А, через стекло никак его замочить нельзя. Опа, убегает. Все за ним. Оно где? На вышке? На вышке, да. 4000 хп. Ай-яй-яй, моя башка. Мы его выкинули. Молодцы, за карты его выкинули. Ну пусть появляется где-то. Так, охота открыта, вот это оружие понабирали все. Вижу! Оружие, появись! Дрободаш! По голове стреляйте! Вот это жесть, электрошокеры мочат! Он даже не может двигаться, понимаете, насколько это сложно? Он сквозь стекло бывает. По невидимости. Вот он! Блин, в розовый лабиринт зашел! А! Он ждет меня здесь! Я хотел сказать лабиринт. Ну, пацаны, я все правильно не говорю. А что он прибежал сюда без оружия? Молодец. Ого, там ярко, блин, светит. Ладно, надо идти за оружкой. А где он? У него 100 с чем-то хп было. Все, пацаны, теперь он будет от нас максимально прятаться. Шпарда, я не дам тебе занять мое место. Такое. Так. Такое. Оружка есть. Подождите, он на спам. А электрошокер быстро кончается или нет? Ой, довольно кончился. Так, я его не вижу. Да, вон он на спане, я его вижу далеко. Так, бегу. Он там бегает. Он по полю бегает? Есть. Мы оставили очень мало оружия, и у Соника 10 тысяч хп. Это будет один из самых сложных раундов, которые мы делали. Соник, ты готов? Пацаны, давайте, все за Соником! Что ты руки в боки поставил и стоишь? Ах ты какой, смотрите, он подобрал какую тактику, он стоит на входе в вышку. А мы все равно прошли. Молодцы. А как он меня убил? Он бежит, а, он упал. Так, быстрее, быстрее, дай пройди! Да блин, а! Вот да это я в этом ролике страдаю. Открывайте огонь! Есть, мы его скинули, 8700 жизней осталось, не так уж и много. Давайте во все стволы. Пацаны, спрыгивайте вниз. Они видимы. Ага, какой хитрый. Так, включаем фонарик, чтобы его спалить. Блин, вот это напряженный момент. Не знаешь, откуда он выйдет. Во все стволы, фигачим. Ох, жизни у него тает на глазах. Типа уклоняется. О, блин. Ай, блин, и тучку замочил. Мстите за эту тучку. Да блин, там по голове кому-то случайно попадает. Я только выбежал. А, он здесь! Вот он. Мы его просто скидываем. У него без вариантов, пацаны. Я его видел только что. А, это наши тени, блин. Вот он! Ох ты! Косой! Ай, давайте, скидывайте его еще раз. Блин, вот это мы над ним сегодня прикалываемся.
портал! Все в портал, за ним, быстрей! Ай! Блин, другой портал, есть! Отлично! Хорошо, что можно быстро переместиться в другую часть карты, это очень круто. Он в синем, он в синем. Вот тень его! Вот он, я его видел. Кстати, тень даже через потолок как-то просвечивается, вот тут очень странно. 3000 хп! А, бегите! Ой, Дима, я... Да ничего страшного, я запомнил тебя. Я знаю, где он, где розовый портал. Сюда. Розовый лабиринт. Блин. Вон он. Так, надо в портал прыгать, быстрей. Ой, как будто на бошку прыгнул. Вот он. Так, хитрый жук. Вот я его внизу видел, пацаны. Он в лабиринте теперь шкерится. Я чую его, чую. У него запах неприятный. Он воняет. 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 Так, я буду здесь стоять и чекать его. Супы гнилые. Пацаны, все включайте фонарики. По тени увидим. Блин, это ж где-то он наш выжидает и хочет нас замочить. На. А он идет где? К вам. Вижу. Горки на базе. Давайте все на базу. Блин, к ней можно вот так вот быстро пробраться. Вот он! Соник! Не бойся! Где он? Где-то здесь. Где он? Где он реально? Он в невидимости, скорее. Он где-то тут... Вот он! Вот он! В здании здесь находится, с левой стороны стоял. Он вниз прыгнул. Блин, а куда нас ведет? А! Блин, мы здесь в ловушке! Он убегает! Пацаны, все за ним! Ха-ха, такая толпа бежит! Просто выносят его! Не выпускать, не выпускать! Он тут, в этом помещении, дай точку. Ага, тень видел его. Так, я перегорожу. С этой стороны буду. Он в уголку спрятался, алё, вот так. Так он тут был. Ну не май его, все, он выбежал. Пацаны, он сверху. Ах ты, блин, как он быстрый! Вот он, пацаны, бегает! Ай! Вот он. Хп. Отлично! Вот. Я должен его вынести! А! Блин! Головешка моя! Есть! Ой, молодцы! Заварной кофе! Хорош! А он тут душит кого-то! А чё со мной? У меня анимация заглючила, он меня душит! Он меня не додушил! Да ладно, такое возможно? Еще один чувак, смотрите, в воздухе висит, как будто его... Это реально круто. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Бомба просрала, пацаны. Алёна. Нет, Алёна.